По легенде учений, возгорание произошло на втором этаже на площади около 15 квадратных метров. Из здания больницы эвакуировали персонал лаборатории и 78 родителей с маленькими пациентами, которые уже практически здоровы. Как говорят взрослые, получилась своеобразная прогулка. Через запасной выход объявили, загудело, пошли. Этот мальчик играет роль пострадавшего пациента, который не смог выбраться самостоятельно. Его обнаружили и эвакуировали пожарные. Специальная техника прибыла на место, уложившись в положенное по нормативам 10 минут. Примерно столько же заняло тушение пожара. Всего в учениях задействовали 12 человек и 5 автомобилей различного назначения. Задача – отработать действия пожарных, работу городских служб и персонала больницы. Обязанности персонала распределены четко, начиная от санитарок, которые при возникновении данных ситуаций берут на себя обязанности первых сотрудников пожаротушения, это разворачивание гидрантов, что было сегодня также осуществлено. Медсестры занимаются эвакуацией, заведующие подразделениями координируют эти действия. Данные мероприятия были проведены успешно. В целом задачи справились на хорошо. Взаимодействие всех и дежурно-диспетчерских служб, и служб по ликвидации данной ситуации оценивается на отлично. Да. Раструб направляешь на очаг. Угу. И сжимай. И все. Отходи, да? Еще раз. Еще немного практики. В руководстве учреждения говорят, что такие учения нужно проводить регулярно, чтобы не притуплялась бдительность.